Вот такие у нас два клопа. Гляньте, какие два клопа. Мамка и два клопа. Пачан. Вот это вот пачан. Да, белый бим, черные ухи. Ой, да, а это девочка. Гляньте, какие они милоши. Поставила им сыворотку. Вот, да, ступни заболели, носы дети с черными носами. Да гляньте, что это за прелесть такая. Вот, их утопили в ведре 13 числа. Вот, одного не спасли, двоих откачали. И мамака их вот такая замечательная. Приехали они к нам, девочки попросили взять на пеледерску. Ай, кусякой что ли? Что это за злобный тут, злобный клоп? Клоп маленький, клоп злобный. Ау, ау. Ты что за такое? Ты что, кусалась? Ты кусалась, собака, что ли, злая? Ой, мать злой. Ой, зубы резутся. Ау, 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 ау. Чудесная ты моя. Отсюда раз чудесная. Там лиська кричит. Лиса Олли кричала, говорит, спасите, помогите. Мамин голос слышу, а маму не вижу. Да, да. Сейчас консерву вам собачью вкусную дам. Малыхи. Короче, ребят, бронируем. Замечательные собачки. Мама наиумнейшая просто собака в квартире. Не гадит, не шкодит, ничего не грызет. Туалет терпит. Эти ребятки уже на пеленочку приучены ходить. Сейчас мы кошкин дом их поместим. Вот. И все, сказа, и все. Да, и мы уже к пеленке приучены. Сейчас на сыворотке они. Потом можно прививку ставить по возрасту. И все, и будем мы в доме зыть, сказа, прекрасно. Или классно будем зыть. Возьмите нас, козу, в дом. Возьмите, возьмите. Да, да, да. Чернышки мамины. Такой.